Здравствуйте, дорогие друзья! Это видеообращение ко всем русским, проживающим на территории Азербайджана. Во-первых, я хочу обратиться к родителям Дениса, русского солдата, который героически сражался за свою родину, за Азербайджан, за ее территориальную целостность и пал героем. Примите соболезнования всего азербайджанского народа. Ваш сын – герой. Сейчас же я озвучу результат своих исследований, озвучу статистику и пройдусь по сути. В результате моих опросов я обнаружил, что 97% россиян не имеют представления о том, что на территории Азербайджанской республики до сих пор живут русские. 99% русской молодежи вовсе убеждены, что на территории Азербайджана все русские были или убиты, или изгнаны. 99% россиян не знают, что на территории Азербайджана находится Славянский институт. 98% опрошенных даже не знают, что в Азербайджане есть целые селения с коренными русскими, такие как село Ивановка, где живут староверы, и также город Хачмаз, где стоит русская православная церковь, русское кладбище и, естественно, живут русские. Кстати, город Хачмаз переводится как «помазанник крестом». В Азербайджане около 200 русских школ, и 60% населения Азербайджана прекрасно владеет русским языком. На таком уровне, что могут преподать урок русского языка самому Пашиняну, хотя это уже бесполезно. А теперь коротко, по сути, к чему я это все говорю. Весь мир, в том числе и Россия, услышали о церкви, в которой попал снаряд, якобы выпущенный с артиллерийских установок, принадлежащие вооруженным силам Азербайджана. Но никто, особенно Россия, не услышали о русском парне Денисе, который стал нашим героем. И следующая ракета российского производства, выпущенная с территории Армении, может стать горем для очередной русской семьи, проживающей на территории Азербайджана. И вся проблема в том, что, дорогие мои русские братья, проживающие на территории Азербайджана, о вас в России никто не знает и вас не слышно. Отзовитесь! Поднимите свой голос, чтобы в России русские знали, на кого направлено их оружие. Отзовитесь и промолвите слово за землю, на которой вы живете. Обращаюсь ко всем русским матерям, проживающим на территории Азербайджана. Отзовитесь, не молчите. Русские в России должны знать, на кого направлено их оружие со стороны Армении. Спасибо. С 90-х годов, как пошел конфликт с Арменией, ни один армянский храм в Азербайджане не уничтожен. Они отремонтированы, они стоят чистенькие. Более того, их даже восстановили те, которые разрушались. А что происходит с мечетями? Что происходит с православными храмами в Карабахе? Их просто либо переделывают, если это храм на армянский, или сносят его. А если это мечеть, ее оскверняют, держат там свиней, коров, непонятно что. Причем древние мечети, которым уже по 10 веков, по 11 веков. Как же так? Если мы против христиан, Азербайджан против христиан. Почему же армянские храмы до сих пор и в Баку, и в Генже стоят, и в других городах нетронутыми? А так, как же армяне и христиане разрушают наши же православные христианские храмы? В конце концов, Азербайджан, когда возьмет свои земли, он восстановит все это. Мы уже знаем этому. Был пример этому, когда мы освободили село. Сейчас оно отстроено, там 150 домов восстановлено. Там все полностью, да, все полностью за счет государства восстановлено. Там живут люди. Так будет и с Шишой. Если что-то будет разрушено, я уверен, наше государство эти объекты не даст порушить, даже если они армянского направления. Thank you.
Я, Ганбаров Бахши Акифоглу, более 30 лет живу в Республике Беларусь, в городе Минске. Я председатель общественной азербайджанской общины Гобустан более 15 лет. Для нас не безразлична судьба нашей Родины, и мы все болеем душой за то, что сегодня в нашем родной Азербайджане идет война за территориальную целостность. И мы прекрасно понимаем, что наши враги раздоры хотят внести. Но я с искренностью могу говорить, с уверенностью, что наша страна многонациональная. Я из Астары, я азербайджанец, я талыш. Сегодня на военных рядах воюют мои племянники, мои двоюродные братья. И я готов сегодня своими сыновьями пойти на войну и за целостность, за государственную целостность Азербайджана воевать. Азербайджан всегда был многонациональным. Я уверен, сегодня каждый азербайджанец и каждый живущий и не живущий в Азербайджане, но выходцы из Азербайджана, мы готовы сегодня пойти сражаться за целостность Азербайджана. Карабах – это Азербайджан. Özün kimi yukarıdır uçanlara Kusura bir yaşasın yakışırmadan Bizine bir bakmıştır güzel çaran Yurdum yollara gelin güzel